С 10 марта в Павлодаре коммунальщики приступили к ямочному ремонту дорог. Благодаря западному сырью работы были возможны при температуре минус 15. Сейчас же на улице Плюс асфальтобетонные заводы запустили свое производство. Ремонт проезжих частей продолжили уже с обычной горячей смесью. Сейчас в городе работают 5 ремонтных бригад. Ежедневно они выходят в наряды на 5 объектов, проводят подготовительные работы перед укладкой асфальта. Так как в зимнее время залатать ямы после ремонтных аварийных работ на сетях коммуникации было невозможно, участки дороги засыпали грунтом, чтобы автомобили могли беспрепятственно передвигаться. Чтобы поменять трубопровод, надо снять асфальт, докопаться до трубопровода, данный участок поврежденный заменить. Все сделали. Все люди с водой довольны. В данный момент грунт убрали, делаем корыто и будем асфальтировать. В черте города и на объездных дорогах ямочному ремонту подлежат еще 10 тысяч квадратных метров асфальта. Не только мы производим свои работы, там также водоканал, там тепловые сети, они же тоже свои работы восстанавливают. Мы выполняем работы по ямочному, именно где произошел износ дорожного покрытия, физический износ. В первую очередь начинается ямочный ремонт, он начинается с центральных улиц, где наибольшая интенсивность движения и где движение общественного транспорта. Садпаева делали, Бектурова, Камзина, Машкур-Жусупу. Всего на ремонтные работы прохудившегося покрытия и асфальтирование улиц выделили 1 миллиард 127 миллионов тенге. Все ямочные работы обещают завершить к середине мая. Раиса Моргунова, Аман Баймбет, Алексей Мехедов, Иртышский парад.